Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Про Цветок. Осенняя пора, самое время подумать об устройстве огорода в будущем году. Весна, как правило, короткая, очень хлопотная, поэтому иногда стоит подготовить грядки или, по крайней мере, задуматься о подготовке грядок на будущий год. Во многих регионах устройство высоких грядок является совершенно неприемлемым. Это касается регионов, которые характеризуются низким количеством осадков, засушливыми периодами, когда высокие грядки пересыхают до такой степени, что выращивание растений в них становится практически невозможным. Что же нам стоит предпринять в этом случае? Все очень просто. Если осадки и засуха в вашем регионе являются проблемой, вам лучше всего организовать не традиционные плоские или невысокие грядки, будь то они ограничены какими-то бордюрами деревянными или еще какими-то, а сделайте наоборот глубокие, углубленные грядки. Углубленные грядки сделать очень легко. Вы попросту выбираете грунт и делаете борта. Если выбирается грунт не на очень большую глубину, ну скажем на 20-25 сантиметров, то при наличии плотного суглинистого грунта борта укреплять иногда даже и не нужно. В случае же, если вы сделаете настоящий глубокий парник, то вам стоит укрепить борта теми же деревянными досками, например, или же даже устроить постоянные бетонированные грядки в виде вот такого вот парника. Вот здесь у меня имеются парники довольно глубокие. Посмотрите, примерно по колено я могу туда внутрь залезть, и накрываются они сверху вот такими деревянными рамами, которые сверху затягиваются пленкой. Вы можете абсолютно произвольно выбрать и ширину, и длину этих грядок так, как вам хочется. Углубленные грядки, борта которых укреплены досками или даже забетонированы, являются еще очень удобными, потому что, во-первых, вы туда можете наваливать какие-то кухонные отходы, растительные остатки в позднеосенний период, для того, чтобы в течение зимы там происходило перегнивание и формировался естественным образом компост. По весне, благодаря тому, что все это накрывается рамами, вот такими вот, которые затягиваются пленкой, вы можете туда, соответственно, высаживать растения гораздо раньше. Если в обычное время, там в середине апреля начинается нормальный посев большинства овощных растений, а даже и в начале мая в умеренной зоне, то при наличии вот подобного рода конструкций вы можете это сделать даже в марте месяце. Всего лишь нужно вооружиться термометром и, соответственно, померить температуру. Если температура почвы внутри стала выше 10 градусов, то можно высевать практически все культуры. По мере роста растений вот эти вот укрытия можно снимать, убирать, и растения будут прекрасно расти. Еще одним преимуществом этих грядок, ну, собственно, с чего мы и начали, является то, что туда стекает вода, она там скапливается. И если у вас участок находится в состоянии дефицита влаги, там, в начале, в середине лета, в любой период, то при таких заглубленных грядках с этой проблемой вам будет справиться уже гораздо легче. При поливе таких грядок вода остается вся внутри, не растекается, не размывается, не уходит куда-то в стороны. Поэтому полив является более экономным и более разумным. Что ж, осенний период – самое время для того, чтобы запланировать место, где вы устроите эти грядки. Борта можно делать вровень с землей, но здесь они немножко подняты над землей, буквально на 10 сантиметров. Это хорошо, причем будет хорошо, если один борт будет чуть-чуть выше, чем другой. И смотреть эти грядки будут на южную сторону. Таким образом, чтобы солнце максимально попадало туда, внутрь этого мини-парничка. Так можно выращивать огурцы, морковь, свеклу,
томаты открытого грунта, что угодно, абсолютно любые овощи. Это хорошее, замечательное подспорье, которое вы можете запланировать, а то и начать делать уже прямо сейчас. Я знаю случаи, когда люди делали подобного рода грядки у себя на даче, даже в небольшом объеме, используя, например, старые балконные рамы или еще какие-то там, ну, окна и так далее, что-то, что выбрасывается и кому-то уже не нужно. Вы вполне можете использовать вторично эти материалы для обустройства вот таких вот грядок. Что ж, надеюсь, что я немного вдохновил вас на то, чтобы подумать о глубоких грядках и чтобы решить те проблемы с поливом, с нехваткой влаги или нехваткой тепла в ранний весенний период, и решить эти проблемы с помощью этого простого и очень эффективного способа. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!